я пошел в армию, подписал контракт, и мой командир, ну как, я вообще в инженерную роту пришел, и мой командир так подходит ко мне и говорит: ты же сапер. Я такой: почему я? Ну, говорит, ты более или менее адекватный. Ну, как бы. Там железные нервы, наверное. Ну, да, и просто он говорит: пойдешь? Я говорю: пойду. Я поехал, отучился, и я учился трижды. Не страшно было? Вообще есть страх в этом? Нет, в таком деле? Вообще люди, которые там работают, у них есть страх, но он такой, не как бы, ты не просто впадаешь в панику, ты, ну, у тебя есть страх, потому что ты осознаешь. Руслан Демиковский – активный, талантливый, позитивный человек, интересный собеседник. Несчастный случай разделил его жизнь на две части, но он не потерял себя и продолжил заниматься любимым делом. Отучившись, куда ты пошел работать? Где ты находился? Я находился там же, в войсковой части, в 653-м спасательном центре, ныне Сибирский спасательный центр. Ну, и по моему мнению, и по мнению многих, это лучший спасательный центр нашей страны. Один из самых укомплектованных, оборудованных, и в любой момент подрывается и уезжает в любую точку нашей страны. Ну, неоднократно это было. Где-то куда выезжал? Много куда. Командировки? Огромное количество. А вот первый свой выезд, где приходилось именно разминировать не искусственную, а настоящую? Помню, это не там было больше не разминирование, а пожар, но там мы присутствовали. Это был взрыв трех вагонов с боеприпасами прямо на рельсах в жилом поселке. Ну, то есть загорелся вагон, никто так и не понял, как это было. То есть это искусственный был поджог или случайно что-то сдетонировало, потому что боеприпасы ехали на утилизацию. Произошел взрыв вагона в центре, и два вагона по краям тоже взорвались, загорелись, и мы туда и ехали, эти горящие ящики выкидывали. Приехали саперы из Минобороны, ОМОН, ну, много было с разных ведомств. Ну, как бы вместе скооперировались, быстро локализовали. Как тебе служба? Ты видел себя профессиональным военным? Да, конечно. У меня есть награды. То есть мне нравилось, я себя чувствовал комфортно. И самое главное, наверное, когда срочники уезжали, они, даже если я был дома, они приходили ко мне домой. Ну, они знали, где я живу, приходили ко мне домой, там, спасибо, мозгов дал. Угу. До сих пор общаюсь с многими, звонят, пишут, приезжают. Держишь связь, да? Да, конечно, они там приезжали, там, и из Красноярска сюда приезжали, и откуда только не приезжали, с Владивостока приезжал парень. Ну, сам ты из Черкесска, да? Окончил 16-ю школу. Шестую школу. Да. И так далеко ты уехал на службу. Вот как тебе было вот этот момент пережить? Я специально. А, ты хотел, чтобы не где-то здесь добыть? Ну, я считаю, что служба рядом с домом – это не служба. Ну, то есть у тебя здесь есть друзья, родственники, ты можешь позвонить, сказать: ой, там, привезите шаурму. А там ты уезжаешь, ты сам за себя. Уехав на службу, Руслан познакомился с супругой, обосновался и хотел надолго остаться в чужих краях. Он служил, помогал другим, понимая все риски своей работы. Но беда пришла с другой стороны. В 2014 году, 6 декабря, я поехал в Красноярск за супругой. И мы по дороге обратно остановились оказать помощь на трассе. Ну, машина в кювет улетела, и мы увидели, что большое количество машин. Думали, авария сначала. Быстро выскочили, побежали. Ну, я и мой товарищ, мы оба спасатели. Мы быстро выскочили на рефлексе. Все нормально. Ну, просто там слетело, достать не могут. Мы быстро ее достали, вытолкали просто, и все. И уже там пока спасибо, там все, ребята, туда-сюда. И мы такие: все, мы поехали. В машину сел друг, супруга тоже. И я как раз садился в машину, но я садился, ну, неправильно, я со стороны трассы. Почему-то черт меня дернул. И я открыл, начал садиться и увидел фары и начал выпрыгивать из машины. Ну вот чуть-чуть не успел. Чуть-чуть я не успел. Ну вот в меня совершил наезд человек, находившийся в алкогольном опьянении, но, скорее всего, и в другом опьянении он был, потому что глаза были бешены. Но он как-то удар пришелся на твою дверь или вообще сильно он повредил вашу машину? Удар пришелся в меня.
Ну, именно, то есть в дверь, в меня, то есть четко я 9 метров пролетел. То есть он прям вот четко в меня ехал. Машину развернула, и я тут улетел в кювет. Ну, слава богу, что был снег. Зима была, да? Да. Ну, а в Сибири зима хорошая. Это была Кемеровская область. И там около метра, наверное, снега было. И я прям... Меня, ну, очень... Спас. Да, снег спас. Ну, и что потом произошло? Ну, потом что как я... успели вызвать? Ну, скорую вызвали, но, как оказалось, аптечки, которые продают в магазинах, они очень плохие. Я всем рекомендую самостоятельно укомплектовывать аптечку. Потому что все были аптечки запечатанные. То есть из трех автомобилей, достали аптечки, их при мне распечатали, взяли жгуты, все жгуты порвались. Все жгуты порвались, ну... Ну, ты был в сознании, я был в сознании, то я сам себе... То есть ты понимал, как нужно Все три жгута товарищ, порвались. Да, ну, все три жгута порвались. Я ему говорю, Леха, скорую кто-то вызвал? Он говорит, нет. Я говорю, а что? Он говорит, а сейчас. Я достал ремень, наложил жгут. Кто-то там проходил, я говорю, запишите время, и все. Профессиональные навыки Руслана пригодились. Он смог оказать себе помощь, но, к сожалению, это не помогло. Оказавшись в больнице, что врачи не тебе помню, сказали? Я не помню. Бессознательно. У меня же я сел. Потеря крови, да? Нет, меня занесли в карету скорой помощи. Я там что-то начал раздеваться. Я помню, водитель такой взрослый мужик. Ну, лет под 70 уже, наверное, он просто вот так меня за лоб взял, говорит, успокойся. Так положил меня, меня укололи, и я вот после этого, я не помню, после этого я очнулся через двое суток. Я очнулся через двое суток в реанимации, какой-то кипиш, я поворачиваюсь, смотрю, кого-то увозят, ну, кто-то умер. Все. Я такой, все убежали, и девочка интерн, наверное, потому что, ну, очень молодая, и видно, что она потерялась. Я вот глаза открываю, я такой, в себя пришел. Я помню, что она сказала, я говорю, слушай, дай поесть. Я проснулся, я понял, что я хочу, я не видеть никого не хочу, я хочу есть, у меня вот есть потребность физическая. Она быстро что-то куда-то убежала, там через несколько часов приехали все, кто там, мать прилетела, друзья, там, товарищи, все там ждали, ну, не в самой больнице, рядом. Все пришли, все. Ну и в этот же день меня перевезли в другую больницу, уже в Кемерово. То есть я был в городе Березовский. Там, я был, наверное, небольшая, да? Ну да, небольшая больница. Меня перевезли в Кемерово. В Кемерово я пролежал три недели, получается. Да, я три недели пролежал, 20 дней. И 26-го вечером меня вернули, и 27-го был День спасателя. Праздновать хотелось? Да, я праздновать пошел со всеми, конечно, в офицерский клуб. Какие могли быть ощущения, когда тебе врачи сказали, что ногу мы не спасли? А какие могут быть ощущения? Либо ты это помнил, ты не помнил, что вот тогда вот в аварии произошло, что ты сам понимал тогда уже, что... Я на месте понял. Я понял, что все не будет. И еще вот этот же дедушка, водитель скорой помощи, мужчина, я не знаю, как он ко мне когда подошел, потому что фельдшер там что-то, она в панику впала, тоже молодая девчонка. Он подошел, я говорю, слушай, мне вот ничего не интересно, посмотри, как там шансы. Он говорит, нет. Я говорю, ну ясно. И я подпомню, я говорю, ну ясно. Я вот так откинулся уже и начал прикидывать, что там дальше как. Наверное, родные переживали больше, чем ты. Или все-таки в глубине у тебя было какое-то чувство шока? Ты просто держал себя в руках и не давал себе рискнуть? Да, у всех такое, наверное. Ну, я просто принял это с тем, что... Ну, а назад же ты время не вернешь? Ну, все, как бы карты розданы, играем с тем, что дали. Ты к психологу не обращался? Нет. На работе не предлагали? Ну, я прошел в обязательном порядке. Ну, все нормально. Как семья? Это вообще все, наверное, семье было тяжело. Маме тяжело было. Потому что родственники, они многие. Жене было тяжело, ясное дело. Но жену спас материнский инстинкт. Она была беременна, и у нее как бы забрало, упало, и она так она. Что нельзя на этом концентрироваться, ну, да, и нервничать, она, да? Что нужно думать там, о себе в данный момент. Опять же, тоже организм спас. Мать тяжело. Мать
лет на 10, наверное, постарела. Ну, сейчас по прошествии столько лет. Ну, переживает тоже. Есть переживание. Ну, да, там, ну, там мама, она. Ну, вот у меня ребенок, вот он там на футбол пошел, коленку там разодрал у меня там, я думаю, бля, а если гематома, а если что-то у меня там, я уже складываю там еще что-то. Ну, родительское, ну, да? Ну, получается? Да, просто ты просто переживаешь, это твое дитё, что ты сделаешь, ты ничего не сделаешь, ты будешь за него переживать. Оказавшись в новых условиях, скажем так, в своей жизни, что ты начал делать дальше? Чем ты начал заниматься? Ну, я уволился, потому что я понял, что, ну, во-первых, это, ну, не очень будет правильно с моей стороны проходить дальше военную службу. Угу. Все-таки было мирное время, не было ни войны, ничего. Ну, я не Моресьев все-таки. Ну, я решил, что я лучше вернусь и буду здесь как-то что-то делать. Сюда вернулся, устроился в ПЕД преподавать, дальше жить. Ты окончил ПЕД, да? Я окончил ПЕД, туда же пришел, меня были рады видеть в качестве преподавателя, плюс я преподавал безопасность жизнедеятельности, ну а кто может преподавать безопасность жизнедеятельности лучше, чем спасатель? Я думаю, никто. И я пришел, год я отработал, потому что я потом сделал выбор в пользу работы в 112, потому что я преподавал. И где-то через месяц устроился еще параллельно в 112 на полставки. Ну и потом уже со временем понял, что для меня, то есть я же тоже трезво оцениваю свои физические возможности. То есть там работа преподавателя, это ты должен там постоянно очень часто там ходить, что-то бродить, туда, какие-то, туда, там все это, ну. Ну, вообще работа с детьми тяжело далась? Это было тяжелее, чем представлял? Или больше вот именно физическое вот это я вот до этого прекрасно работал, преподавал здесь танцы когда-то, до армии. Я здесь... Ты еще и танцуешь? Танцевал. Брейк, наверное. Что-то, да, в этом направлении. Что там? В лагере работал вожатым постоянно. А, то есть вот взаимодействие с детьми, оно всегда такое было, да? Да, да, я как бы нормально. Руслан не пал духом, не жаловался на несчастный случай, а активно продолжил жить. Обеспечивать свою семью, пробовать себя в различных сферах, искать свое дело. И у него получилось. Волей судьбы с ним связались люди и предложили сделать проект с рисунками на стене. Ну, а вообще рисование, оно откуда в твоей жизни появилось? Ты окончила художественную школу или просто вот самоучка? Я просто всегда рисовал. Мать рисовала, отец рисовал. Все умели, и, видимо, может, как-то там передалось. Ты не учился? Нет, я не учился. Ну, в педе я закончил, ну, у меня образование педагог начальных классов и педагог изобразительного искусства. Вот, ну, я там тоже как бы, ну... Что там, ну, же мы учили... навык подтянул, да? Ну, но да. Так ну, там-то мы особо рисовать не учились. Мы учились там не рисовать, а преподавать, как рисовать. То есть там немножко другая специфика. Ну, вот сейчас ты с современным протезом. Это современно считается? Нет, обычный. Обычный? Стой, да. Ну, вот как быстро ты смог? Ты сразу понял, что мне нужно так сейчас настроиться, мне нужно, чтобы протез был, научиться ходить, тренироваться, реабилитация. Я на второй день пошел. У тебя вот такой не был, чтобы план поступать? Я два года ходил на костылях. Приехал на протезный завод, ну, протезный центр. Очень хороший протезный центр. И как бы мне начали делать протез. Ну, там единственное, мы сделали так, что я первый протез оплатил сам. То есть я не ходил там, получается, какая процедура. Ты начинаешь ходить на лечебно-тренировочную, 3 месяца ходишь на лечебно-тренировочную, потом тебя делают нормальный. Я приехал, поговорил, мне сказали, ну, давай вот, типа, откровенно и честно, это плохо. Надо в нормальном протезе ходить, но, сразу учиться, да, но да? Там есть нюансы. Давай сделаем, а потом уже другой сделаем получше, нормально. Ну, так и сделали. Я одел протез, на первый день походил, там есть специальная такая комната со всякими там ступеньками, камнями, всякие поручни. Я первый день походил, ну, просто механику понял.
На второй день я уже пошел сам, уже даже без костыля я пошел. Мой протезист ко мне подошел, я говорю, первый раз такое вижу, говорит, я 20 лет работаю. Я говорю, да я 2 года, говорю, не ходил. Да, просто, говорю, 2 года не ходил, да. Угу. Без костылей. Да. Ну, он тоже, он меня понял, он майор, майор спецназа в отставке. Угу. Но он тоже ветеран войны. Своим упорством Руслан поражает окружающих. Он не хочет, чтобы его жалели. К разным ситуациям подходит с юмором и улыбкой. Всегда готов дать совет и прийти на помощь, если это необходимо. Может быть, были какие-то ребята, которые ты смотришь, что они вот явно в упадническом настроении и свое состояние они не принимают так, как ты. Не было такого, чтобы ты подошел и дал совет кому-то? Здесь было. Здесь было? Вот столкнулся с такой ситуацией? Здесь, да, было. В Краснодаре было. Там не было. Там почему-то меня вот, ну, я же военный, и я лечился в таких местах, где военные. Военные, не знаю, может, ну, дурные какие-то по своей сути. Ну, все, я не знаю, просто какие-то шутки, какие-то вечные приколы насчет этого. Ну, то есть со мной лежал парень, у него рука висела на только как трицепс, я не помню, как правильно эта мышца называется. То есть все, у него здесь кости нет в руки. Ему вставили какой-то штифт, наращивают кость, наращивают мышцы, пересаживают. Он ходит, угорает, ржет. Посмотри, говорит, а она у него не шевелится. Ну, мне сказали, будет двигаться. Ну, я не знаю. Там еще один был полковник ВДВ. Он тоже там, он отставной. Тоже ходит такой бодрый дядька, что-то там. Прикалывается такой, а ты чё, говорит, а я лежу что-то грустный. Ты чё, говорит, грустный лежишь? Я говорю, ну так чё, я говорю, вот грущу. Он такой, да не грусти, ногу такой отстёгивает и в коридор ее выкидывает. Ну он взрослый уже, отставной военный. Я не видел вот грустных, пока вот не вернулся на юг, так скажем. Ну может быть там еще и, там все в основном сибиряки, а сибиряки они позакаленнее будут, чем наши. Такие, да, крепкие, что это мелочь какая-то, да? Ну да, они там, я не знаю, там через одного, там у кого-то пальцев нет, у кого-то чего-то нет. Ну холода у них там, это все отмерзает постоянно где-то на какой-то охоте, на какой-то рыбалке. Ну то есть... Да, они к этому так. Да, у меня, говорит, нормально, у деда, говорит, нету обеих, все хорошо, говорит. Ну, тут все как бы нормально, говорит, все как-то так. Вернувшись домой, Руслан признался, что иногда замечает недовольные взгляды, что он будто на показ выставляет протез. А он просто не стесняется себя. Ему так удобно. Это лето и жара, а не вызов обществу. Дети, наоборот, дети все там говорят, робот, робот, робот. Тебе это нормально? Не обижает, да, что там, когда что-то они там, не знаю, трансформер или как там у них, да? Я вообще вот недавно был в детском лагере, и малыши подбежали, а как, а что с ногой? Я говорю, мне как крокодил откусил. Дети в шоке, да? Дети там, ой, я слышу, они там перешукивают, им ногу крокодил откусил. Бегают. И я, короче, принял решение, я детям буду вообще какие-то нереальные вещи всегда рассказывать, там, какие-нибудь акулы, капканы, что ли, там, сам отгрыз в лесу, там, ну, что-нибудь такое. С добавкой, потому что не слушался родители, что-нибудь. Я всегда говорю так, если вот вижу, что там ребенок, там, ну, вот там в какой-то компании, там, с ним ребенок, ну, слушай, видишь, я говорю, мама не слушался. Все, дети как шоу. Ну, он там с мамой так сидит, обнимает. Но ты очень такой активный человек. У тебя много разных идей. Помимо того, что ты работаешь 112, ты рисуешь, ты на базе рисования бизнес, так скажем, организовал свой. Да. Ты еще участвовал в программе «Мой бизнес» тоже со своей такой интересной идеей. Ездишь в детские лагеря, ты занимаешься с детьми, да, с ограниченными возможностями здоровья, и у тебя в идее построить центр для реабилитации взрослых людей, да, с инвалидностью опорно-двигательной системы. Да. Как ты это все придумываешь? Тут ложишься, у тебя, наверное, в голове миллион мыслей или нет? Или вот всегда какое-то было желание и идея такая активную социальную позицию держать? У меня всегда была активная социальная позиция со студенческой жизни, со студенческого времени. То есть, получается, мы всегда ездили в детский дом. Угу. Там подарки детям, все всегда было. Может быть, не так часто, как хотелось, но все же. Мы всегда проводили елки, какие-то мероприятия, праздники в коррекционной школе для детей, которые с ограниченными возможностями здоровья. Работа в лагерях, работа там, работа сям. Ну, всегда это присутствовало.
Ну, ничего не поменялось. Мой бизнес – это такой проект. Какие ты придумал проекты? Несколько. Вот я об одном знаю, какие ты делал. Получается, это был проект по этому, по изготовлению косметических накладок на протезы. В чем особенность? Особенность в том, что на территории России всего 5 компаний было, 2 закрылось. Сейчас не знаю, сейчас они открываются, но это какие-то фирмы-однодневки, как будто, потому что я их смотрю, сейчас сегодня сайт их есть, завтра сайта нет, какая-то непонятная волокита, а сейчас большой спрос. Ну, то есть все понимаем, в какое время мы живем, что происходит в стране и мире. Очень много сейчас спроса на протезы, много протезов рук, много протезов ног. Но вот я, допустим, хожу, да, без накладки, хотя могу себе напечатать какую угодно, потому что, ну, я не ношу, потому что я там в плане работы, мне она мешает конкретно. Но если я одеваю брюки, да, уже просто протез, который как труба, он, ну, не очень красиво смотрится в плане эстетики. То есть, ну, люди не понимают, что с тобой. И каждому объяснять, зачем. А есть люди, которые никак не относятся к этому. Они там грустят по этому поводу. Им некомфортно. Поступило несколько запросов от моего протезиста, который мне делает протезы. Он говорит, а можно там что-то решить? Я такой говорю, блин, да, можно? Говорю, вот таким способом. Он говорит, о, круто, давай сделаем. Я говорю, да, давай сделаем. Под это написали проект. И вот сейчас уже ждем новых клиентов. У нас сейчас 2 парня, у одного 2 ноги ампутирована, у одного 1 из Нальчика. И они очень хотят, чтобы мы им сделали. Но сейчас пока у них там готовятся протезы, потому что у них протезы с внешними источниками питания, ну, модные, там, какие-то интересные. В планах Руслана организовать центр социализации для ветеранов и людей, кому необходимо протезирование. И на его базе организовать протезное предприятие. Руслан не просто мечтает, а ставит цели и добивается их. У тебя есть какие-то 3 такие заветные мечты или 3 желания, которые бы ты хотел, чтобы вот они по мгновению волшебной палочки реализовались? Ну, это серьезный вопрос. Ты так не ответишь. Ну, я не знаю. Все нормально. Наверное, чтобы какую-нибудь все-таки уже доделали вакцину из тритонов. Там сейчас ведутся разработки, чтобы у людей все-таки, наверное, регенерация повысилась. Потому что теломеры мы уже победили, старость мы победили, в 25-м году будут на людях испытывать. Регенерация, чтобы как у ящериц? Да. А, чтобы это же такое. Но теломеры уже изобрели, то есть старость мы победили, все. Ну, в кино, да, показывают, что... Не в кино. Нет, в «Человеке-пауке» там у кого-то уже рука отрастала. Да, да, вот что-то вакцина такое. Вакцина была такая, вот, придумали. Да, если там прямо же волшебные желания загадывают. Да, вот, ну, если волшебные. Ну, вот все, чтобы люди не болели вообще, чтобы вот, даже если у тебя там ампутация там легкого или тебе там этот, чтобы ты мог... Чтобы вот как аксолотль мог мозг себе отрастить. Вот так, чтобы было, наверное. Второе желание, наверное, мир во всем мире, но без перенаселения. Мы знаем, да, что плачевно заканчиваются такие эти в фильмах, что мы знаем, чем это может закончиться. Мир во всем мире, ну и, наверное, чтобы, я не знаю, с инопланетянами хочу встретиться. Вот. Инопланетяне, возьмите на вооружение. Очень хотелось бы просто посмотреть, как, что там где-то. Вот, на ну, что в других вселенных, что может происходить. Да, что, да, что там вот есть. Хочется пожелать Руслану идти только вперед, чтобы все проекты реализовались и на их место приходили новые идеи.